Вот какой красивый вид, смотрите, желтые цветы. И они так по всей Демерджи-Яйла. Какие-то тоже типа клевер, клеверок. И они вот желтеют в этих низинах, которые собирают воду. Демерджи. Они вот здесь отцвелись уже. А там чуть выше желтеющие. То есть они чем ниже, тем быстрее высыхают. А сверху еще желтеют. То есть полные плантации желтых цветов. И вся Яйла усеяна этими цветами. Еще плюс ромашки желтые. Получается время желтых цветов. 20 июня. В прошлый раз, я помню, 15-го шел, ходил, незабудковые были когда-то, в каком-то году. А в этом году желтых. Названий не знаю. Даже вот эти вот есть. Мраморные, которые блестящие. И ну, чебрец тоже местами. Просто его не так уж много. А этих прямо куча. Вот гусень бабочкина. Их тоже много. Время. Земляника. Колосится. Урожайная. В этом году она будет. Тоже будет. А вот эта желтая поляна. Тут еще собачки есть. Как они называются? Иван да Марья, только желтые. Фиолетовые еще не выскочили, они внизу вроде бы растут. Иван да Марья. Какая из них желтая, какая? Какой Иван? Какая фиолетовая? Кто их как обзывается, не знаю. Но вот такие вот цветы. В основном все желтое. Смотрите. Весь простор желтых цветов. Иногда белые, синенькие. Но 24 июня желтых цветов. Хотя чебрец между ними фиолетовый, но он внизу. И его как бы не видать. Видно только желтизну сверху. Июнь желтого демерджи. Зелено-желтая трава. Цветы. Прямо желтый кайф. Ветерок тут прохладный, солнце жарит, но не жарко, потому что ветер хороший. Где-то градусов около 20 получается. Только на солнце, конечно, можно перегреться, пережариться. Ветерок такой прохладистый. На горе хорошо, когда внизу жара под 40, здесь под 20 всегда. Ну, иногда, конечно, когда ветра нету, такое бывает, столбняк тут, но это редко. А ночью вообще бывает очень прохладно, где-то градусов 15-10 бывает местами. Смотря какое место выбирать. Кстати, не низине становитесь, а наверху, если ветра нет. Наверху туман не собирается и более теплое. А внизу, если станет, где туман и оседает, и там самые холодные вот эти места, где вода скапливается вниз, стекает, там оно все собирает облачный туман. И там самые прохладные места. Но если ветер, конечно, лучше там становиться, потому что ветром сдувает палатку. Зимой, я помню, тут меня сдувало, в костер бросало вместе с задницей полностью. Помню, костер раздувало на 1,5 метра где-то. Дул ветер, костер. И палатку. О, гусеницы. Гусени таких много, бабочки большие. Плодятся. Птички поют. Цветы цветут. Июнь, время цветов и зелени. Самый такой злачный месяц. Зеленый и цветущий июнь. А июль будет плодовитый и август земляничный. Но тоже будут цветы другие, конечно. Ну, там вижу, туристы стоят какие-то на дороге, подыхают. Желтые, желтые плантации. Ой, кайф. А внизу зелень.